хорошо. Давай дави скорее, Эля! Все бросил, да дави скорее! Прямо на полпути бросила, никого не слушает. Ну давай помогай, что ты бабка-то, тебе же везут-то. Только что отправили. Я не знаю, как газель такая, только с брезентовым кузовом. Андрей повез нам. Сейчас звоним. Еще наколотили 4 ведра черноплодной рябины. Уже отсылали. Нынче год урожайный. Ну, стой! Так. Упал мешок, давай. А мешок что, 1,5 ведра, давай. Да ведерки-то маленькие. НВЛ, не думайте, что это НЛО. Подожди, он сейчас опять упадет. Я его сюда положу. Вот так. Тебя посадить сверху? Нет. А что? Он без меня не увезет. Ну-ка, Володя, остановись-ка, дай-ка я повезу. А, ну, дай мне повезти-то хоть раз. Володя сегодня ночью приехал с Игорем Барабашом. Вовремя успел, уезжал на 2 недели, явился в срок. И целый день сегодня он занятый. Крыши где сорвало, все перекрывать. Куда, Володя? Вот сейчас ехать кто? Володя. Машину отправили, так. Все, я берусь за собой рядом. Давай. Все, сейчас я положу аппарат.